В Сланцах в преддверии большого события у памятника комсомольцам-строителям нашего города состоялось торжественное открытие памятного знака в честь столетия ВЛКСМ, самой массовой общественно-политической организации советской молодежи. На мероприятии присутствовали представители местной власти, районного отделения КПРФ, ветераны комсомола и студенты Сланцевского индустриального техникума. Право открыть памятный знак было предоставлено первому секретарю Сланцевского горкома комсомола Николаю Семеновичу Панарину. Он занимал эту должность с 1978 по 1985 годы. Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас. Я вспоминаю, еще застало то время, когда мы ждали, когда нам наденут значок «Октябрёнка», когда повяжут галстук пионера. К сожалению, наше уже поколение не вступило в комсомол, хотя мы искренне в душе стремились все к этому, старались соответствовать этому высокому званию – быть комсомольцем. Я всех поздравляю с сегодняшним событием. Самое главное – нашим комсомольцам. Комсомольцы не бывают бывшими. Я желаю крепкого здоровья. И нашей молодежи равняться на вас. И вы всегда останетесь примером как высокой стойкости, мужества и действительно патриотического отношения к родине. Ну, о комсомоле, конечно, можно рассказывать очень много. Тем более, если кто прошел эту школу, то помнит ее навсегда. Но мне достался тот период в работе с Сланской городской комсомольской организацией, когда начали появляться уже неформальные объединения, ну, немного расшатывающие молодежное движение. Но, тем не менее, я должен сказать, что вот в этот период, который назвали с 85 по 89 год, в полной красе, в полной мощности работали комсомольско-молодежные коллективы. И поэтому я скажу так: комсомол, ты достоин будущего. Школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни прошли в рядах этой организации более 200 миллионов юношей и девушек. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость. Для одного поколения это были революция, гражданская война и первые пятилетки. Для других – Великая Отечественная война. Юность третьих выпала на героические трудовые годы после военного восстановления. И вот вы знаете, работая в войну на заводе, это было что-то. Это такие были требования. Это даже не рассказать сейчас, это было в Куйбышевской области. Но, тем не менее, мы всегда знали, что такое комсомол. И я могу перед вами сказать, я честный была комсомолец, и до сих пор хочу, чтобы комсомол торжествовал и восстановился. Спасибо. В завершении мероприятия, отдавая дань благодарности, собравшиеся возложили цветы к памятнику комсомольцам, первостроителям города Сланцы.